прости и все забудь. Помнить нужно лишь об одном. Как бы ни был долог путь, ты найдешь когда-нибудь место, где любовь и твой дом. Там не старятся друзья, не разлучные я. Там особый цвет у небес. Дом, который, как моя, светом в окнах не сия. Мне хорошо только здесь. Итак, я поднимаю этот бокал. Я поднимаю этот стакан. За то прекрасное чувство. За то прекрасное ощущение. За любовь. За секс. Я вообще такой первый раз сам не пойму. У вас не будет близости с женщиной до тех пор, пока вы этого не заслужите. Ты просто десерт для глаз. А что толку-то? Здравствуйте, здравствуйте. Помните, клиент безнадежный. Эй, красавица, вы с какого факультета? А вас я позже разглядел, а теперь люблю. Хочешь, покатаемся? Да. Я сказал, что противоположность притягивается, да? Так. Я тебя люблю! Настя сегодня со своим ортопедом улетает в Канаду. У него к родителям везет. Игорь, это все вранье, я никуда не уезжаю. Да не понимаю, алло! Ежедневно сюда приезжают тысячи туристов, дабы на себе испытать чудодейственную силу храма плодородия. На вас наложены репитаки. Теперь ребенок появится только у одного из вас. У того, кто первый на это решится. Обалдеть. Мы расстались, Исаев. Я тебя люблю. Новая акция от клиники «Профидент». Настюш, давай поженимся. Моя жизнь без тебя – это пустота. Тём, что случилось? Ничего, котенок. Просто уже совсем не могу без тебя. Настюш, спокойно. Ну что, Катюш, отдохнуть тебе хорошо, так сказать, оторваться по полной. Исаев, ты сейчас мне желаешь или своими планами делишься? Какими планами, Катюш? Ты же знаешь мой девиз. Работать, работать, еще раз работать. И именно поэтому я прошу тебя позвонить в агентство, чтобы нам прислали новую няню. Ребенком должен же кто-то заниматься. Не понял, а чем я тебе не няня? Я же все-таки родной отец. Ты поставь тоже ребенка на землю. Ты сейчас на руках висит? Он на шее повисит. Настя, посмотри, сколько вокруг народу. Вдруг кто-нибудь его чемоданом зацепит. Зато научится по сторонам смотреть, а не в игрушку свою. Сам, я тебя очень прошу, не надо их баловать. Будем воспитывать, как нормальных детей, кнутом и пряником, а не как ты, пряником и очень сладким пряником. Понял меня? Не сусукай с ними. Да что, они же у нас умняшечки-скромняшечки, девулечки-красотулечки. Я вообще считаю, что детей надо воспитывать на своем личном примере. Какой личный пример? Тёмочка, ну скажи мне, ты хочешь, чтобы к моему приезду наше чадо сидела, смотрела футбол с пивасиком и курила, как паровоз? Ну что сразу как паровоз? Во-первых, я 2 недели назад как бросил. Подтверди, сынок. Стопудово. Исаев, няню взять обязательно. Пошли, Тёмочка. Не надо покупать им хорошее поведение. Нужно научиться убеждать. Ты что? Я что, маленький, что ли? Думаешь, я не справлюсь со своими собственными дочками? Да, Маша? Я Маша, она Даша. Ну вот, видишь? Игорь, я тебя очень прошу, пожалуйста, гуляйте почаще во дворе, хорошо? А во двор нам нельзя. Почему? Там девочки все время нас обижают. Дима мальчик. Должен уметь за себя постоять.
Ну и что, мальчик, что он теперь должен все время синяки получать, тем более отделать? Отдай ребенка. Девочка, отдай папе игрушку. Можно подумать, что папа у нас в тепличных условиях вырос, да? Да. Прекрасно знаешь, Настя, у меня было суровое детство. Как же? Это гимназия, тысячи репетиторов, потом музыкальная школа. Настя, возьми Диму на руки, что он у тебя по грязному полу ходит? Очень хорошо. Мои прелести, давай, Фаерок, целуй маму. Мальчик, все будет. Не корми его, пожалуйста. Смотри, я прошу, конечно. Понял меня? Все будет хорошо. Смотри, завтра. Опоздайте еще. Да, да, давай. Катюш, ты не переживай, позагорай. Помаши. Бабла. Хорошо, мне целуй. Как договариваюсь, давай. Отдохни нормально, позагорай. Пока. Пока кто-то будет 10 дней там здоровье поправлять, мы здесь на нервах. Ну, слушай, 6 лет материнства, 10 дней на реабилитацию. Ну, по-моему, нормально. Мы легко даже обделались. Да чего кексуете, пацаны? Чего мы с детворой не управимся, что ли, а? Сказала, что веры мне нет больше никакой. Я посмотрел тебе вслед. Маша и Даша, это я, Мишка, пора вставать. Я пьяный, словно тупая свинья. Я не понял, что это? Тот, кто первый станет, получит большую куклу. Да, я выпил, а кто сейчас не пьет? Либо мутант, либо моральный бурок. Да, я выпил, а в чем здесь вина? Правда всегда одна. Пап, вставай. Дим, что в такую рань? Пап, ранний полдесятого – это разные вещи. Мы опаздываем. Хорошо. Ты указала на дверь и сказала, чтоб я уходил. Ты мне сказала, что я дегенерат и дебил. Только меня извини, но пойми, что твой мозг маловат. Слишком различны системы наших координат. И зимой, и летом шутку я обедай. Эта шутка непростая. Тёмыч, вставай, говорю, мы опаздываем. И куда я не опаздываю, ко мне няня придет. Старичок, ну какая няня? Ну ты чего? Это же целый день конструкторы, раскраски, мультики, скукотища. А так ты пойдешь ко мне в офис, а? Пап, если ты забыл позвонить няне, так и скажи, понял? Разбудил меня с утра пораньше, поспать так охота. Че сразу забыл-то? Ну забыл и че? Сейчас, Димчик, 2 минуты. Мама говорит, что холодный душ полезнее. Ну что, умылись? Ладно, так, тебе тоже. Я выпил, а в чем здесь вина? Правда всегда одна. Ты
указала на дверь и сказала, чтоб я уходил. Ты мне сказала, что я дегенерат, ты дебил. Только меня извини, я пойму, что твой мозг... Тёмыч, мы же опаздываем! Пап! Да, Машунь? Я не Маша, я Даша. Пап, а чё у меня каша такая сладкая? А у меня соленая. Доченьки, как же я вас люблю. А тот, кто первый ест кашу, тому новое платье. Давайте. Ура! Тёмыч, жуй давай быстрее, мы опаздываем. Я не хочу бежать, хочу играть. В прятки! Короче так, играем один раз, потом делаешь, как я сказал. Заметано, старичок? Заметано. Все, погнали. Считай до 20. Раз, два, три, пять, восемь, 16, 20. Я иду искать. Пап, иди уже. 2 минуты. Пап, садись уже, мы опаздываем. Ух ты, круто. Это ты все приготовил? Да. Молодец. Голова. Мы опаздываем. Да, помню. Ну, хорошо. Куда мы опаздываем? На бокс. Почему именно бокс? Мама записала. Она говорит, что бокс – это спорт для настоящих мужчин. Это уверенность в себе, упорство, характер. Угу. А также ссадины, гематомы и неправильный прикус. Этого она тебе не рассказывала? Хорошо. Бокс так бокс. Но о зубах нужно заботиться. Понял? Да. Я беру, возьми пиджак. Я его возьму, давай. Майка, вперед. Ты указала на дверь и сказала, чтоб я уходил. Ты мне сказала, что я дегенерат, ты дебил. О, красавчики. Ну что, быстро дуйте в группу. Папа, ты точно ничего не путаешь? Нет, Даша и Маша. Короче, слушайте воспитательницу и будьте умничками. Даш, походу, он никогда нас различать не научится. Жалко. Ща кто-то огребет. Понял. Ты где? Тёма! Тёмыч! Вот засранец. Привет, котенок. Да все в порядке. Да, да, встали, позавтракали. Да. Почему не спрашиваю, котенок? Спрашиваю, как устроились? Да все хорошо.
Все супер! Тёме трубку. Его бы найти бы сначала. Мы тут в прятки играем. Давай перезвоню, хорошо? Локс, давай. Отрабатывай левой. Левой отрабатывай, как я тебя учил. Вот так хорошо. Молодец. Победа! Какая победа? Устроили здесь мордобой. Да в тебя верю. Девочка, как ты себя чувствуешь? Нормально? В глазах не темно? Слышишь меня? Раз, два, три, нормально? Все в порядке, пап, не волнуйся. О, господи, я чуть сына не потерял. Что у вас тут происходит, да? А что такое? Главное, что он еще улыбается. Это дерзило. И не стыдно тебе на маленьких руку поднимать? Кинг-Конг. А вы вообще, вы же тренер. Чему вы тут детей учите? Руки как распускать? Я вас как отец спрашиваю. Послушайте, отец, бокс – мужской вид спорта. Сынуля, а ну рот открой. Все нормально. Я так и знал. Верхний коренной шатается. Так, все, сыночек, с боксом все, покончено. Нет, хватит, голова это не дверь, чтобы по ней кулаками стучать. Понял? Есть у вас менее контактные единоборства? Есть. Где? Доброе утро, солнышко. Как добрались? У нас все хорошо. Завез девчонок в садик. Выходной. Конечно, выходной! Я пошутил. Чего надо? Здорово, братан. Слушай, тут такое дело, там у тебя паренек на балконе. Понял, какой паренек, а? Люся, это что такое? Пока меня нет, я в командировке, ты мужиком водишь? Ты, блин, тормоз, я же тебе говорю, не мужик, а пацан! Какой тормоз? Мила, ничего такого не было. Да пусти, говорю, мне пацана забрать! Папа, папа, папа! Круто я тебя обману! Я с лестницы спустился! Да. Блин. Пардон, ошибочка вышла. Люси, привет. Ну ты засранец, папа. Пить меньше надо, да? Давай, старичок, как договаривались, хорошо? Посидим еще. Наш замдиректора. Всего 40 минут опоздания. Ну и что теперь? Вы даже не представляете, Ольга Петровна. Пробки и старушки через дорогу не подходят. Исаев, прояви фантазию. Ну, киты выбросились на берег Москвы-реки. Марсиане атаковали Биберева. Ну, не Биберева, Ольга Петровна. Красная Пресня. Тетя директор, не ругайте папу. Наша мама на курорт уехала, а нянечка ногу сломала. И папа взял меня с собой на работу. А дома мне оставаться одному еще рано, я маленький. Исаев вытащил ребенка из машины. Через 10 минут у нас клиент. Хорошо, Ольга Петровна. Молодец, старичок. Моя школа. У нас отлично. Да, мы с Димкой на бокс пошли. Да. Ну, Димка, конечно, машина. Сейчас, секунду, извини. Дима, правой бей. Правой, левой. И серию. Аккуратно, не убей парня. Димка просто бомба. Да, боксер от бомбы. Ну, все, Настя, извини, я занят. Тренировка. Пока. Извините. Конем бей. Что это там интересно? Значит, также в базовую комплектацию входит мультимедийная система. Парктроники задние, передние. Ты что творишь-то, а? Я считаю, очень позитивно. Спасибо, я могу еще траву нарисовать. Да это все отмоется, Ольга Петровна. Конечно, отмоется. За твой счет все отмоется. Бери отгул, занимайся ребенком. Пап, ну что, тебе дали выходной? Может, я на аттракцион заработал? Заработал. Художник.
Жду давай. Между прочим, я не скучаю очень, ну никак, не набирай меня и пей за... Так что вот так, сейчас хавчик купим и на базу. Пойду, но не к тебе, я все пока, не до свидания. Исаев? Ирка! А, ты? Панкратова, да ладно? Привет! Так давно тебя не видел. Здорово! Ух ты, это твой? Да, Тёмыч, улыбнись. Привет! Улыбнись, тётя. А у тебя что? У меня дочь. Да, ты что? Красавица, нереально. Поздравляю. Ну, как нравится? Ну, это тебе не бокс, это шахмат. Какая динамика, какие эмоции. Мужик! Да и кто вообще сказал, что шахмат – это не мужской спорт? Все шахматисты были настоящими мужиками. Карпов, Каспаров, Чебурданидзе. Подожди, Ильич Чебурданидзе – это не мужик. Дима! Кнопочку нажми. Я вам кредитку оставлю. Вот. Пробейте вот это. Мне, кстати, поезд через 3 часа. Подарок нужно еще успеть мелко купить. Слушай, дети – это святое. О них забывать нельзя. Да нет, ну правда, я наконец-то сяду. Ну ладно. Сын! Дима, Димочка, сынок, ничего не бойся. Папа рядом. Я тебя вытащу. Без паники. Папа тебя вытащит. Да я и не боюсь. Я просто писать хочу. Писать? Сейчас, сынок. Будь здесь, никуда не уходи, хорошо? Сейчас. Папа сейчас. На переднем в такси я платье очень красиво. Я побегу. Давай. Рада была тебя видеть, конечно. Рад. Да. Пока. Питеру привет. Я передам. И превратилась жаба в прекрасную принцессу. Вот так вот, сына, а ты в сказки не веришь. Тёмыч! Можно быстрее идти? У меня ребенок в лифте застрял. У нас лифты не застревают, немецкая техника. С другого этажа вызывать не пробовали? Нет, мы не пробовали. А кто-то попробовал. Где мой сын? Я не знаю. А кто знает? Я не знаю. Тём, ты здесь? Ой, извините. Извини. Димон. Здрасте, дядя Артём. Ты что здесь делаешь? Странный вопрос, дядя Артём. Даш, смотри, какие красивые браслетики. Маш, они же для взрослых. Когда мы вырастем, мы их обязательно купим. Маш, Даш, а вы Димку не видели? Да. Нет. Понятно, ладно. Подождите, а где ваш папа? А ну стой, куда? Иди сюда. Вперед, вперед. Дядя Сауна. Дядя Сауна. Ну, да, все. У вас телефон звонит. Да, спасибо тебе. Да. Вот. А что ты тут вообще делаешь? Мы с папой решили за продуктами приехать. А мы тоже с девками чуть-чуть скупились. Поздоровайтесь с Тёмкой, девки. Нет, Сауна, это вы с кем сейчас разговариваете?
Но... Помоги, пожалуйста. Подойдите к восьмому эскалатору. Что там? Да кого-то в эскалатор затянуло. Девочки! Дима! Тёмыч! Дядя Артём, а я? Все в порядке, Алисочка? Ты звонила? Ой, я просто не слышал. Я трубку бросил? Ну, это случайно. Дядя Артём, у меня так рука оторвётся. Чё, до свадьбы заживёт? До свадьбы, может быть, и заживёт, а до маминого приезда уж точно нет. Ну, от твоей мамы-то мы как-то отмажемся. А вот чё тёте Кате сказать? Алло, Катюш! Настюш, я не могу дать Димке трубку. Я просто пошел за мороженым, а он остался в детской комнате. Ну, ты не переживай, я его обязательно найду. Да, девочек? Сейчас только... Догоню их. Сейчас, секунду. О, Димка в детской нашелся. Катюш, подожди секунду. Где ты был? Где Тёмыч? Куда я знаю? Твой сын за ним следит. Наконец-то я их поймал! Тёмыч, нормально? Ты шляешься, ты? Да с мамой сами разговаривай. Ваш кот, ты что делаешь? Сам с ней разговаривай. Передаю трубку. Алло, Катюш, поговори. Да. Вот. Да, с мамой поговори. Да. Все нормально. А как у тебя, Дим? Мне хорошо. Вот, слышишь? Вы что, оборзели? Я вас засужу. Между прочим, это от Юдашкина. Век со мной не расплатитесь никогда. Твою мать. Только не это. Я так и знал. Чего уставилась? Я женщин не бью. Так, рота, подъем. Тусуем на ковре, шаг в сторону, расстрел. Все понял. Разговорчики в строю. Так, я что-то не понял, у кого стресс-то? У меня или у вас? У нас, Валентин Ведросович. У нас. У нас жены нас оставили. С детьми? Подожди, они чиститься поехали, а детей с нами оставили. И продержаться нам надо всего лишь 27 дней. Какие 27 дней? Они на 10 дней поехали. Правду говорю. Здесь же как в горячей точке, сутки за трое. А звучит как тоже давай наливай. Ура! А никогда не думал, что так сложно с детьми. Их надо сначала напоить, накормить, одевать. Плюс поиграть, поразвлекать. Да, кстати, это... Очень важны интеллектуальные работы и кружковая работа. Очень важно. Так это и есть, дорогие мои, радость отцовства. А вы как думали? Палец о палец не ударить и папа? Такое только в сказках бывает. Ну, еще один. В шоу-бизнесе был случай. Я про шоу-бизнес вообще ничего не знаю. Ну, то, что у нас у викингов есть такое понятие, что до 10 лет с детьми занимается мама, а потом только вступает папа. Ну. Блин, ты раз жалеешь, что я не викинг. Ну а как же дети, цветы жизни? Я с этим согласен. Но только в том случае, если есть нормальный садок. Я имею в виду жена. И что вы хотите? Дети же не могут повзрослеть за одну ночь. Ну, чтобы викинги не воспитанием не парились. Вот это было бы круто, а? Раз, и взрослые. Ну, как скажете. Наливай.
Ласточка, привет. Как дела? Привет, Алисечка. Привет. Да, у меня дела очень хорошо. Ну, только единственное, чуть-чуть одиноко без тебя. Скучаю. Вот. Подожди секунду. Можно я сейчас перезвоню? Девочки, простите, пожалуйста, а вы случайно не видели моих детей? Папа, тебе что, плохо? Котенок, привет. Привет, привет. Добро, да. Дима, Димочка, сынок. Да, пап. Я не с вами разговариваю, кабан. Дима, не выходи из комнаты. Сейчас я вызову полицию. Да, нормально, вообще класс. С Темкой играем. А! Нашел. Нашел, Темыча. Да прятки. Прятки играем. Вот, опять нашел! Пап! Сейчас, Димуль! Нагнитесь. Чего? Даша и Маша. Пап, ты опять перепутал. Маша, это я. Здравия желаю. Вызывали? Пап, я уже поесть не успею. Меня в квартире какой-то чужой мужик. Ты что хочешь, чтобы... Слушайте, я его запер в ванной. И еще. Мой 6-летний сын пропал. Не волнуйтесь, сейчас разберемся. Пап, в чем дело? Он же не мог его съесть.
Дмитрий Игоревич, держите. Теперь вы, Игорь Владленович. Употребляли вчера? Там чуть-чуть злоупотребил. А с виду солидный человек. Извините. Вы, мужчина, с этим делом завязываете. Такую белку поймали. Родного сына не узнали. Счастливо. Всего наилучшего. Пап, с тобой все в порядке? Температуры нет? Что здесь рыскал, козел? Где мой сын? Батя, ты совсем что ли охренел? Ты... О, братва, как раз вовремя, заходи. Давай, Игорек, вызывай ментов. Он, видишь? Не надо, милиция. Мы сейчас все объясним. Ну чё, чё? Пусть он сам все говорит. Дядя Игорь, дядя Сауна, батя совсем охуй! Ты помнишь, что вчера вечером было? А что было вчера вечером? И что вы хотите? Дети же не могут повзрослеть за одну ночь. Вот было бы круто, а? Раз и взрослые. Сынок. Подожди, братан, а ты точно все проверил? Точно его здесь нет? Абсолютно. Валентин Бедросович сегодня утром покинул наш отель. Вот сучок. Что теперь делать? Это навсегда? Почему навсегда? Выезжаю, он забронировал номер, и мы ждем его ровно через 4 дня. Да, ровно через 4 дня. Надо. Тихо. Спасибо, Владимир. Всего-то 4 дня. Всего-то 96 часов. Ну не сто же, а? Сан, вот кто тебя вообще за язык-то тянул, а? Дети не могут повзрослеть за одну ночь. Викингов своих приплел. Че, докартился? Вот ты да разруливай. Ага. Все, валите все на Сану, да? А кто его позвал в боулинг? Кто у нас такой добрый и правильный? В натуре, Игорю, ты-то куда полез? Ты шар поднять не можешь, шахматист, блин! А, да конечно, кто виноват здесь? Конечно, Игорек. А кто предложил, давай с ним бахнем по чуть-чуть, ничего не случится. А кто потом кричал, девушка, давайте еще бутылочку? Кто-кто? Ты! Опять сауна, да? Я вам что, коза, отпущение, что ли? Козел! Сам ты козел! И ты сам ты козел! Котенок, привет, котеночек, привет. Да, нормально все. Позавтракали, да? Ну да, мы. Стой, вообще не балуйся. Ты что? Не-не-не, они сами одеваются. Ну да. Костюмчик сложный. Да, конечно. Очень хороший. А я нормально. Да, нормально. Димку поеду в 6 часов вечера. Забирать из университета. Костюмчик? Да, конечно, да. Купи. Катюш, да ну не в этом смысле. Мне она нравится, что она Тёмычу нравится. Ой, я сказал университет. Нет, из детского сада, да. Перепутал.
О, слушай, только единственное... Димка, студент маленький. Бери размер побольше, побольше. Да, у меня лекция, просто я все понял, только не бей, ну как у вас, хорошо все? Да бегает все, вообще все ему нравится, хорошо. Нормально, да. Все понял, нашим. Я тебя очень люблю. Я все понял, только не бей. Я тебя очень люблю. Целую. Ладно? Все, давай. Иду! Иду! Спится, не спится, в любое время пригодится. Заказывали? Не-не-не. Еще раз так рано разбудишь, я тебя закажу. Понял? Подождите. Здорово, братюнь! Здорово. Я тебе домашнее винишко подогнал. О, отлично. Спасибо. Вино детям? Да вы что там в пиццерии, вообще рехнулись? Да это бесплатно, в качестве бонуса. Слушай, а если я тебе по лицу? Бесплатно, в качестве бонуса. Пицца не спится, больше не повторится. Смотри. Ага. Пап, это, я вино не пью. Я на шкафчик все складываю. Ух, нихер... Хорошо это, Дим. Это ж сколько ты пиццы вточил? Ну, я по ночам играю в онлайн-игрушки. Ну, бывает, проголодаюсь. И откуда бабки на всю эту красоту? Как откуда? Пап, ты чё? Пап, ничего. Папа просто уточняет. Чё, я дал? Понимаю, проблемы с памятью. Давай перезагрузимся. Деньги? Мне дают президент, потому что считает меня талантливым. Президент? Да. Видишь, даже сертификат мне дал. Сертификат на получение президентской стипендии выдали за новейшие разработки в области информационных технологий. Сынок. Димуля, вот что значит гены все-таки. Там еще он. Полисборники блестящие на полках. Подожди. Дай я сфоткаю. Отличная аватарка получится. Сынок.